Спасательную технику и оборудование для оказания помощи при ЧС и возможных террористических актах показали главе региона Вениамину Кондратьеву. Мобильный пункт развернули прямо перед Домом культуры в станице Отрадной. Здесь же и учебно-методический центр в роли учеников главы 9 приграничных районов. На один день руководители муниципалитетов сменили привычные деловые костюмы на камуфляжные одежды. Тема занятий – первые действия при ЧС. Здесь же и вся техника, которая используется в крае во время паводков, наводнений, ледяных дождей и пожаров. Задача газоспасательной группы – провести на местности разведку, чтобы убедиться, что там, где проводится операция, нет ни разлива химически опасных веществ, нет ни радиационного заражения. Для этого имеются у нас приборы химической и радиоактивной разведки. Насколько вы укомплектованы всеми сегодня средствами для того, чтобы в полном объеме выполнить любые спасательные аварийные работы? На 100% мы, вся служба, 21 отряд, 900 человек. Сильнейшая служба в стране. Сильнейшим аварийно-спасательным формированием. Это не раз доказано как в работе, так и в различных мероприятиях. Работу силовиков глава региона и руководителей силовых ведомств оценили в действии во время тактико-специальных учений по легенде при захвате полицейского участка.